Большие деньги, высокие звания и должности, признание в обществе. Человек добивается через умение подавать себя и через ораторское искусство. Вот только навык этот развит не у всех. Ораторское искусство – это владение словом, а слово, как известно, правит миром. Уже успешным предпринимателям и тем, кто только собирается открыть свой бизнес, помогают в Самарском бизнес-инкубаторе. Мы проводим на регулярной основе консультационные мероприятия. Вы можете посещать их онлайн или приходить к нам на главную 3. У нас всегда интересно. Самые лучшие спикеры расскажут о проблемах вашего бизнеса, о нововведениях в законодательстве и помогут вам развиться до нужного вам уровня. Эти знания откроют перед участниками новые перспективы и возможности. Так считает Марина Абышкина. Она начинающий предприниматель. У нее свой небольшой экскурсионный бизнес. В бизнес-инкубатор на такой семинар пришла впервые. Я подписана на группу «Бизнес-инкубатор» в социальных сетях и вижу иногда анонсы и информацию. Я решила, что нужно записаться и прийти вот на мастер-класс, потому что общение, ну, оно во всех сферах нам всегда помогает. И тем более у меня работа с людьми, и это очень важно, когда ты можешь правильно и четко донести свои мысли до аудитории. Это совершенно бесплатно, и это большой плюс, потому что, как правило, такие, ну, ценные знания, они очень дорого стоят, поэтому если у нас есть такая возможность посетить это бизнес-инкубаторе, как бы, поэтому грех этим не воспользоваться. Также эксперт рассказал участникам о публичных выступлениях, развитии и выразительности речи. Побеседовали и о том, как по возможности не вступать в конфликты и разрешать спорные ситуации грамотно. Елена Чернявская, Петр Паламеев. События.